Городская администрация в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской» продолжает показывать, как преображаются дворы Самары. В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновили 51 двор. В частности, по адресам улица Победы 121 и Севастопольской 11-15. Здесь выполнили ремонт проездов, тротуаров и пешеходных дорожек. На территории многоквартирных домов появилось достаточно места, позволяющего рационально использовать придомовую территорию для озеленения или других пожеланий жителей. Кроме того, в этом дворе установили детское, спортивное и парковое оборудование с антитравматическим резиновым покрытием. Завезли песок. Благоустройство дворов и общественных территорий проводят в рамках действующих в городе и регионе программ «Формирование комфортной городской среды», «Губернаторский проект содействия», «Программа инициативного бюджетирования». Глава Самарского района Роман Радюков в своем телеграм-канале поздравил всех причастных с Днем среднего профессионального образования. Он пожелал работникам сферы достижения самых амбициозных целей, стремления к развитию и неугасающего профессионального оптимизма. И рассказал, что на территории Самарского района находится 3 среднеспециальных учреждения. Администрация промышленного района в своем телеграм-канале информирует о старте патриотической акции «Посылка солдату». Она пройдет в 154-й школе. Инициатива направлена на поддержку участников СВО. Учащиеся, их родители и педагоги собирают необходимый товар и подарки для солдат. Этот же телеграм-канал приглашает жителей промышленного района принять участие в опросе о парке Воронежские озера, где в этом году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды был реализован 3-й этап благоустройства. Опрос можно пройти на портале госуслуги. Администрация Кировского района напоминает жителям, чьи дети посещают детские сады Самары, о механизме возврата части средств в качестве компенсации за родительскую плату. Обратиться за компенсацией может родитель или другой законный представитель ребенка, внесший плату за детский сад, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума. Минимальный размер компенсации – 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующего. Следующих детей.